Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Toxicool, ФБР на связи, как вы видите. Я вещаю с города Харькова, коренной житель, поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаюху, ля-ля-киба, и мы стартуем. Ради стадиков, погнали! Ребятки, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Город Харьков на связи. С вами ваш коренной житель Александр. По вашим долгожданным просьбам выхожу с вами на связь. Пишите вы мне в комментариях: Саша, как там обстановка? Выйди на связь, расскажи, что нового, что интересного, что вообще происходит в целом в городе Харькове. Что я вам должен сказать, ребят? Ну, во-первых, прилеты в области есть. И в область прилетает каждый день. И когда ты открываешь паблики и читаешь, что там целый список, даже наши подписчики пишут за границей, говорит: Саша, вот прямо сейчас, говорит, сижу, смотрю вот этот вот список, который имеется, тоже у них там, они смотрят паблики и видят, да, какое количество прилетов в городе Харькове. И, говорит, просто сердце в пятки уходит. Как вы там живете, как вы там выживаете? Ребят, на самом деле это так и есть. Мы здесь действительно не живем, мы здесь выживаем. Условия, как говорится, сами понимаете, какие. Помимо того, что прилетает непосредственно в область, бывает, что и прилетает в город. А бывает, что и в город 2-3 раза. Были такие случаи, 15 раз в день прилетало в город Харьков, чтобы вы понимали. 15 ракет плюс, как у нас, знаете, уже говорят в городе Харькове, какая у вас погода? Плюс 32, там подекуди опады, облачно, и подекуди кабы. Понимаете, уже даже вот так вот люди рассказывают, говорят. То есть подекуди еще и кабы летят на голову. Так что вот такая, ребят, обстановка. По поводу уезжать, не уезжать, приезжать, что делать, я считаю, что это лично каждого из вас, так скажем, решение должно быть. Я не могу вам сказать, ребят, однозначно. Все, вот было 2 дня тихо, возвращайтесь. Может такое, что было 2 дня тихо, вы начнете сюда приезжать и начнутся прилеты. Либо же наоборот, уезжайте, бросайте все. Может будет затишье, может и 2 месяца, и полгода, и год. А может вообще завтра наступит мирное небо над головой. И будет все хорошо. Мы надеемся, харьковчане, и живем только этой мыслью каждый день. Поэтому однозначно вам сказать не могу. Вот мои личные хорошие знакомые, наши подписчики также по совместительству, вот они уже сидели в городе Харькове, приехали, до этого они были не в Харькове, были, жили в другом городе, здесь пожили меньше года, чтобы вы понимали, и уже все, ребенка отправили в Германию. То есть приняли такое решение. Муж остался здесь, жена взяла маленького ребенка, повезла в Германию к бабушке. Будет ребенок жить у бабушки там, а она сама вернется сюда к мужу. И такая история, это не поодинокая, она не одна, не две, не три. Это хорошо, что она возвращается, потому что есть такие случаи, где уезжают и все с концами, еще и находят там себе новых мужей. И так далее, и тому подобное. У меня у самого есть такой знакомый. Ну, я ему так говорю. Значит, говорю, такая была любовь. Значит, так, не знаю, как говорю. Но не говорю, не падай духом. Значит, так должно было случиться. Не рано, так поздно. Говорю, а если бы вы прожили, говорю, там, лет 30 вместе, 20, да, и произошла такая ситуация, что вы вот так вот раз, и просто за какой-то маленькой там ссоры разошлись. Бывает же, ребят, каждое, вы сами понимаете. Поэтому однозначно сказать вам я не могу, к сожалению. Приезжать, не приезжать, возвращаться, не возвращаться. А тем более, если вы собрались возвращаться не в сам город Харьков, а где-то в область, где близко. Вы сами видели мои предыдущие ролики, что люди возвращаются и едут прям чуть ли не под саму линию соприкосновения. И там что делают? Картошку садят. Ежешь у меня ролик на канале. Занимаются огородом, курями, хозяйством там.
Ну вы же сами понимаете, в каких они условиях там живут. Это же все показывается, там гупает, гахает просто бесконечно, каждую секунду. Ребят, ну сегодня также ролик. Еще знаете о чем? Что я тоже думал, гадал, постоянные вот эти прилеты, постоянные взрывы. Ехать, не ехать, ехать, не ехать. Ну вы, наверное, уже задались вопросом, почему у меня на спине рюкзак. Ну потому что, ребят, я уже собрал туда самые необходимые вещи, которые мне могут понадобиться, да? И решил все-таки выехать. И я вам покажу, куда я буду выезжать. Всем приятного просмотра, крепкого здоровья, добра, бабла и позитивчика. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться видео с друзьями. А кто хочет помочь, карточки Приват, Монобанк, PayPal и мультивалютная ссылка для донатов в закрепленном комментарии под видео. Денежки идут на корм животным, на бензин для инвертора и Санечку. Также на лечение нашего кота Шарика. Всем приятного просмотра. А пока поставьте на паузу и напишите в комментариях, как вы думаете, где я уезжаю. Харьков, я люблю тебя! Смотрите, ребят, какая красота. Розовый фламинго, дитя заката. Красота. Здесь с этой стороны такие птички. Что ты там зерно кусал, да? Вкусняшка у тебя там. Водопадик. Фламинго купаются, ребят. Красота. Смотрите, какая красота. Что ты? Ты хотел кушать? Черный лебедь. Вот, ребят, шелковица растет на расстоянии вытянутой руки. Надеюсь, что мы с вами придем, покушаем ее, попробуем, когда она поспеет, да? Такие мишки красивые, ребят. И пингвинчики. Сейчас идем к тем пингвиноидам. Подводные самолеты. Да, летают. Что это такое? С усами на жопе. Ты видишь себя? Я в стекло смотрю. Пугает меня усами. Пингвинчики, красавчики. Оп, и под воду. Оп. Такой вольерчик, ребят. Красивый, с бассейном. С иллюминаторами такими. Оп. И втроем, видите, плавают, веселятся, балуются, гуляют. У меня есть видео на канале, как их тут кормили, ребят. Тоже поищите, посмотрите. Раньше, конечно, людей побольше было, сейчас вообще мало ходит в зоопарк. Люди боятся. Ох и ужас, ребят, как полыхает. Кошмар, бедный наш город Харьков.
за деревом говорить. Главное, когда при уходе я заходил, написали, ой, вернее, сказали, там девочка стоит, что ни одноразки, ни айкоса нельзя. Да, то, что он за спиной как курит, то кошмар. Горит. Ужас. Немножко вам харьковской красоты в ленту. Красота. И не только. И разрушенные дома еще вдобавок. А раньше была только одна красота. Ребятки, как красиво. Ой, ёхана баба. Смотрите. Вот так, ребятки. Город Харьков. На звездочку. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.